и я рад приветствовать вас на воскресном служении Церкви Благая Весть. Сегодня 27 мая, день Пятидесятницы, и я от всего сердца поздравляю каждого из вас с этим праздником. В этот день Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа, и они исполнились большой силы и действовали в дерзновении. Подробнее о том, как это было, нам сегодня расскажет наш драгоценный пастор Рик в своей проповеди. Ну а теперь, церковь, я приглашаю каждого из вас насладиться прославлением нашего Господа. Давайте будем делать это от всего сердца, потому что Он действительно этого достоин. Церковь, давайте славить Бога! Yeah.
тебя вся сила. Твое прикосновение и милость твоя.
все исцелил, во благо обратил. Ты подвиг на кресте совершил, все слезы сосчитал, мой страх навек забрал. Сын Божий ради нас агнцем стал. Ты взял мою вину, тобою лишь живу. Грех мира ты распял на кресте. Святая кровь твоя очистила меня. Ты искупил и оправдал меня. И мы к тебе позовем. Дух Святой, мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Наполни сердца, веди нас, веди нас, веди нас.
за любовь Твою, за первую любовь Твою, которая никогда не угасает, которая никогда не угасает, никогда не угасает. Твоя первая любовь никогда не угасает. Спасибо, 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 Бог наш. Я желаю непрестанно пребывать в твоих руках. Я в руке твоей, скажи. Я в руке твоей, Господь, скажи. Я в руке твоей. Я в твоей руке, мой Бог. Я в твоей руке. Я в твоей руке всегда, всегда, всегда. Спасибо, Господь! Всегда в руке Твоей! Аллилуйя!
спасен, Твоя кровь дала свободу мне, Ты простил меня, омыл меня, Иисус, Ты подарил мне жизнь. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Мне кровь Твоя дала победу, welcome everybody watching online. Добро пожаловать всем, кто смотрит нас через интернет. What a wonderful time of worship today. Как замечательно сегодня было поклоняться. This is Pentecost. Ведь сегодня Пятидесятница. We're celebrating the coming of the Holy Spirit. Мы празднуем тот день, когда было сошествие Святого Духа. Before we get into the message, и прежде чем начать проповедовать, I want to say thank you for your prayers. Хочу поблагодарить за молитвы. My TV team went to Turkey. А мы с телевизионной командой были в Турции. And we really worked. И там трудились много. Maxime and I were just talking. Мы с Максимом только что вот вспоминали. And I think probably in those 11 days we walked close to 100 kilometers. И я думаю, что за 11 дней мы пешком находили 100 километров. I mean, we really moved. Двигались непрестанно. And nothing in Turkey is flat. А в Турции везде горы, горы, горы. So it was up, it was down, it все was around. Наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. Nobody fell, nobody got hurt. Но слава богу, никто не упал, никто не получил никаких травм. And we filmed 130 segments for television. И записали 130 видеофрагментов. Очень успешная была поездка. Спасибо. And soon you'll be the benefactor of our work. И вы вскоре получите пользу вот от этой работы, то есть вы увидите эти видео. But I want you to open your Bibles. Но я вас приглашаю to Psalm 145. Открыть 144-й псалом. And I want us to read verse 8, 9, and 10. И мы читаем 8, 9, 10 стихи. These verses are wonderful. Стихи чудесные. I read the book of Psalms every morning. Я каждое утро читаю псалмы. But listen to this psalm. Смотрите, что написано в этом псалме. Verse 8. 8 стих. The Lord is gracious, щедр и милостлив, скажи, аминь. Господь. Аминь. Full of compassion. Он милостив. Are you grateful for his compassion? Ты благодарен за то, что у Бога есть милость к тебе? Slow to anger. Он долго терпелив. Скажи, аминь, 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 аминь. And great in mercy. И много милостив.
The Lord is good to all. Благ Господь ко всем. And his tender mercies are over all his works. И щедроты его на всех делах его. Then listen to verse 10. 10 стих. All his works shall praise him. Да славят тебя, Господи, все дела твои. And your saints will bless thee. И да благословляют тебя святые твои. Praise the name of Jesus. Слава имени Иисуса. One of the ways we praise him. И один из способов прославить Господа. Is the way we live. Это то, как ты живешь. When we live lives that please the Lord, it gives him glory. Мы проживая свою жизнь так, чтобы это было угодно Господу, своей жизнью прославляем его. When we worship. Когда мы поклоняемся. That's one way that we praise him. Мы его этим прославляем и благословляем. When we obey him. Когда мы послушны ему. Obedience always brings glory to God. Наше послушание всегда приносит славу Богу. And when we give. И когда мы жертвуем и отдаем. This is another way we praise the Lord. Мы этим его прославляем. And we have so much to praise him for. И есть много вещей, за которые мы можем его прославить. I'm grateful that he is compassionate. Я так признателен за то, что он милостлив. I'm grateful that he's slow to anger. Он сострадателен, он не сразу сердится. Hallelujah. Он много милостлив. I'm grateful that he has mercy on my life. Я признателен за то, что он изливает свою милость на мою жизнь. I am so grateful. Я настолько признателен. That it is my privilege to obey him. Ему за все, и я понимаю, что мне привилегия дана. And to give. Пожертвовать и отдать финансы. And that's what we're going to do right. Давайте now. Сегодня почтим Бога своими финансами. In obedience, будем послушны. We're going to give the tithe and the offering, отдадим десятину, пожертвуем сверх. And we're going to praise the Lord with our money. Прославим Его своими деньгами. So reach for your tithe, возьмите свою десятину, reach for your offering, пожертвование. And let's get ready to give to давайте the Lord. Приготовимся почтить Господа. Father, we thank you. Отец, благодарим let's Тебя. Hold it before the Lord. Поднимем Господу. We thank you for your word, благодарим за Слово Твое. That you are compassionate, за то, что Ты сострадатель. That you are kind, Ты добр. That you are slow to anger. Ты не сразу сердишься, ты that долго. You are merciful. Ты долго терпелив. Oh, ты we say thank много you, thank милости. You, thank мы благодарим, благодарим, благодарим. And Lord, it's with great pleasure that we sow today. Как приятно нам сегодня посеять. After all you've done for us. Ты для нас совершил так много. We're grateful to give. И мы признательны, и мы отдаем. And in obedience to your word. И будучи послушными твоему слову. We bring the tithe. Мы отдаем десятину. And we bring offering. И жертвуем сверх. By faith we give. Верой отдавая. And by faith. Верой. We receive our harvest. Принимаем урожай. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Let's give to the Lord. Давайте жертвовать Господу. Если вы хотите сделать пожертвование, отдать десятину или пожертвовать на один из особых проектов церкви, у вас есть несколько способов это сделать. Наличными. Положите пожертвование в специальный мешок, который вам передадут служители. Банковской картой в фойе. Там вас ждет наш служитель за стойкой с надписью «Электронные пожертвования». На сайте церкви на странице «Пожертвования». Через систему Сбербанк Онлайн, набрав в поисковой системе «Благая весть». Если у вас остались вопросы, задайте их служителю на стойке электронных пожертвований.
Сегодня я сею свои финансы в Божье Царство. Я поклоняюсь Богу, отдавая свои деньги, и я делаю это в послушании Богу и Его Слову. Благодаря моему послушанию Божье Слово будет проповедано моему ближайшему окружению и даже до краев земли. И многие люди достигнут совершенства в Иисусе Христе. Бог пообещал, что Он благословит меня за то, что я с верностью отдаю десятину и пожертвования. И я верю, что во всех сферах моей жизни произойдет умножение. Верой я сею, и верой я принимаю свой урожай. Аллилуйя, Господь! Давайте мы направим руки и благословим эти финансы. Господь, слава Тебе! Мы благодарим Тебя, что Ты щедрый и милостивый, что Ты долготерпеливый, Господь. Мы признательны Тебе, Господь, и эти финансы мы отдаем Тебе. Наши десятины, приношения, Господь, это принадлежит Тебе. Благословляем, Господь, сейчас Тебя и благодарим, что каждая рука, дающая, получит урожай. 30, 60 и 100 крат. И наши дома наполнятся, и житницы, и кладовые будут полны, Господь. Потому что Ты Бог щедрый, и Ты изливаешь щедро, Господь. Благодарим Тебя, славим Тебя, и пусть будет умножение в каждой семье во имя Иисуса Христа. Отец, и мы благодарим Тебя, что Ты Бог отвечающий. Ты исцеляющий, Господь. Отец, пусть придут исцеления в семьи, в отношениях, в организмы, Господь. Да, Господь, Ты знаешь каждую нужду. И мы уже верою провозглашаем, что те, кто это написал, они исцелены. Они наполнены Тобой, Господь, Духом Твоим Святым. И у них поднимается вера. И они идут из веры в веру, из славы в славу, в победе, Господь. Потому что Ты уже одержал победу на кресте. Слава Тебе. И пусть эта корзина наполнится свидетельствами Твоей славы. Во имя Иисуса Христа. И все сказали «Аминь». Well, today I want you to get your Bible. Я сегодня приглашаю вас взять Библию. Everybody needs your Bible today. Каждому сегодня понадобится Библия. I'm going to show you some things in the Scriptures. Я покажу вам кое-что в Писании. And I don't want you to believe me. I want you to see it. И я не хочу, чтобы вы мне верили на слово. Я хочу, чтобы вы посмотрели сами. So everybody get your Bible. Пожалуйста, все возьмите Библию. And go ahead and open them to John chapter 20. И откройте 20 главу Иоанна. That's where we're going to begin when we begin reading. Мы начнем читать именно с 20 главы Иоанна. But today, сегодня, we are celebrating Pentecost. Мы отмечаем Пятидесятницу. Is the day on which the Holy Spirit was poured out on the church. Тот самый день, когда Дух Святой был излит на церковь. And we're living in the very, very end of the church age. А мы с вами живем в самом конце эпохи церкви. Just before Jesus comes. Мы с вами живем в то время, когда должен прийти Иисус. Скажи аминь. Мы живем перед Его пришествием. And the Bible promises. И Библия обещает. That the Holy Spirit will be poured out to the very end of this age. Дух Святой будет изливаться в самом конце как раз вот этого периода. And we're living in that. И мы с вами живем в это время. From the time of со времени Пятидесятницы, to the end of this age, со дня Пятидесятницы и до конца вот этого периода, you could say we're living in a Pentecostal age. Это то время, которое можно назвать временем или эпохой Пятидесятницы. Because the Holy Spirit is being poured out. Потому что Дух Святой изливается. And today I want to talk to you about what happened on the day of Pentecost. И сегодня я хочу поговорить о том, что произошло в Пятидесятницу. And what is happening today. Что происходит сегодня. But first, но сначала, before we talk about the infilling of the Holy Spirit, прежде чем мы будем говорить о крещении Духом, о наполнении Духом, I want us to go back to John chapter 20. Давайте вернемся к 20 главе Иоанна. And see when the apostles were first saved. И поговорим о том моменте, когда апостолы получили спасение. Because you have to be saved. Потому что сначала нужно получить спасение. Before you are baptized in the Holy Spirit. Прежде чем ты сумеешь получить крещение Духом Святым, сначала нужно получить спасение. Now, if you consider yourself to be a mature believer, и если вы себя считаете зрелым верующим, then today you have a great opportunity. У вас сегодня есть замечательная возможность. To take good notes. Все законспектировать. So you will know how to share this information with people that need to be filled with the Holy Spirit. Все изучить то, что я сегодня скажу, и потом учить этому людей, которым нужно получить крещение Святым Духом. But let's begin in John chapter 20. Итак, мы начинаем. Иоанна 20 глава. And in John 20, Иоанна 20 глава. We find that the apostles are locked behind doors for fear of the Jews. Описывает тот момент, когда апостолы спрятались в комнате, заперли за собой дверь, потому что боялись иудеев. This is after the resurrection. Все это уже после того, как Иисус воскрес. And they're afraid that if the Jews find them, и они боялись, что если евреи или иудеи их найдут, then they will be judged just like Jesus. То их точно так же, как и Иисуса, осудят. And in John 20, verse 19, Иоанна 20, 19, Bible tells us, Библия говорит, that Jesus supernaturally suddenly appeared in the middle of them. Что Иисус чудесным образом, сверхъестественно, вдруг встал посреди них. Verse 19 says, 19 стих, then the same day at evening, в первый же день недели, being the first day of the week, вечером,
when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из опасения от иудеев. Came Jesus and stood in the midst. Пришел Иисус и стал посреди. And he said, "Peace be unto you." И говорит им мир вам. Peace be unto you. Мир вам. Then notice verse 22. Смотрите, 22 стих. And when he had said this, сказав это, he breathed on them, дунул, and said unto them, и говорит им, receive ye the Holy Spirit. Примите Духа Святого. Now in this verse 22, в 22 стихе, this is the moment when the apostles were saved under New Testament conditions. В 22 стихе описывается тот момент, когда апостолы получили спасение в соответствии с требованиями Нового Завета. This is really when they got saved. Вот в этот момент, именно в этот момент они получили спасение. Previous to this, до этого, they were living in the time of the Old Testament. Они жили еще во время Ветхого Завета. But now something was going to happen. И вот что-то должно было произойти. That had never happened before. Что-то такое, чего раньше не было. The Holy Spirit was going to come into them. Дух Святой должен был войти внутрь апостолов. And they would be the first men ever in history to be born again. Им надлежало стать первыми людьми, которые родились свыше на земле. And the Bible says, и Библия говорит, Jesus breathed on them, что Иисус дунул. The Greek word, в греческом, is exactly the same Greek word, стоит то же самое слово, used in Genesis chapter 2, verse 7, которое используется в Бытие 22 главе. I'm sorry, what chapter? 2:7. 2 главе 7 стихе, when the Bible says, где написано, that God breathed into Adam the breath of life, что Бог дунул в Адама и наполнил его дыханием жизни. And immediately, и сразу же, he came alive. Он ожил. Previous to that moment, до этого, Adam was perfectly formed. Адам был хорошо сотворен, but he had no life. Но в нем не было жизни. But when God breathed into но вот him, после того, как Бог дунул в Адама, he became a living soul. Он стал душою живою. That is exactly the same word used here in John 20. И вот здесь в Иоанна 20 главе использовано то же самое слово. And in the same way, точно так же, the disciples had been prepared and perfectly formed by Jesus. Ученики были приготовлены Иисусом, и Иисус их сформировал для этого момента. But the Holy Spirit was not in them. Но Духа Святого внутри них еще не было. But when Jesus breathed into them, и когда Иисус дунул в них, надул их буквально, in a split second, моментально, the Holy Spirit came into them, Дух Святой вошел в них. They were born again, они родились свыше. And their spirits became inhabited by the Spirit of God. И Дух Божий поселился внутри их духа. This is exactly what happens when you got saved. То же самое произошло с тобой, когда ты родился свыше. What happened when I got saved? Когда я получил спасение, то же самое произошло со мной. In a split second, моментально. The Holy Spirit comes in. Сразу же Дух Святой входит. We are born again. Мы рождаемся свыше. And we become the habitation of the Holy Spirit. И мы становимся жилищем Духа Святого. But in this verse, этот стих, Jesus also told them to receive the Holy Spirit. Говорит о том, что Иисус сказал им примите Духа Святого. That word receive confirms it was right then, exactly at that moment. И вот это слово примите доказывает, что они приняли Духа Святого как раз в тот момент, тот самый. Because the tense of the word, потому что здесь грамматически, means right now, at this very precise moment. Это слово использовано так, что оно говорит о том, что это происходит прямо сейчас. He wasn't talking about a later experience. Он не говорил о том, что произойдет в будущем. He was saying right now, он им сказал сейчас, be born again. Прямо сейчас рождайтесь свыше. He breathed into them. И он дунул в них. The Spirit came into them. Дух Святой вошел в них. These men were born again. Они родились свыше. Now they were New Testament Christians. И они стали верующими Нового Завета. And each one of them became a temple of the Holy Spirit. Каждый из них стал храмом Святого Духа. And if they had died at that moment, если бы они в этот момент умерли, they would have gone to heaven. Они бы попали на небо. Because they were saved. Ибо они были спасены. That's all that's required for salvation. Для того, чтобы быть спасенным, нужно родиться свыше. But until that moment, но вот до этого момента, the Holy Spirit had never lived in any human being except Jesus. Дух Святой не жил ни в одном человеке, кроме Иисуса. Never. Никогда. In the Old Testament, во времена Ветхого Завета, the Bible tells us the Spirit would come on individuals. Библия говорит, что Дух Святой сходил на людей и был поверх. And when the Spirit would come on them, Дух Святой сходил, it would empower them to do things. И они получали силу делать какие-то вещи. But when those tasks were finished, и после того, как дело было сделано, the Holy Spirit would lift and he would Дух leave. Святой уходил. I think one of the best examples of и один из лучших примеров is Samson in the book of Judges. Самсон в книге Судей. Samson, Самсон regularly experienced moments, постоянно испытывал, when the Spirit came on him, когда Дух Божий сходил на него, and when the Spirit came on Samson, и когда Дух Божий сходил на Самсона, he could do amazing feats of power. Он мог проявлять Божью силу и творить чудеса. But when he was finished, но после, the Spirit would lift. Дух уходил. This wasn't just Samson. И не только Самсоном. This is the way all the prophets of the Old Testament operated. Так было со всеми пророками Ветхого Завета. No one
Все. No one ever in the Old Testament. Все остальные люди, жившие во времена Ветхого Завета, ever had the Holy Spirit in them. Не получали Духа Святого внутрь. They only experienced the temporary coming of the Holy Spirit. Они испытывали сошествие Духа Святого временное. And when these men were born again, и когда вот эти апостолы родились свыше, in John chapter 20, Иоанна 20 глава, this was a critical moment in history. Этот момент стал важнейшим моментом истории. When God literally moved into the hearts of men. Это своего рода водораздел, когда Бог поселился и стал жить внутри сердец людей. And he stayed. И он остался внутри. Скажи аминь. Скажи аминь. He's not a guest. Он не просто гость. He is a resident. Он пришел, чтобы жить в нас всегда. Скажи аминь. Just put your hand on your heart. Положи руку на сердце. Say, Holy Spirit, thank you for living in me. Скажи, Дух Святой, спасибо за то, что ты живешь во мне. Аминь. Well, that's what happened in John chapter 20. Вот какие события описываются в 20 главе Иоанна. How many remember when that moment happened in your life? А кто-нибудь помнит этот момент, когда это произошло с вами, рождение свыше? When you repented, когда вы покаялись, called Jesus Lord, вы признали Иисуса Господом, and the Holy Spirit came into your heart. И Дух Святой вошел в ваше сердце. That changed everything. Все изменилось. Just like these men in John 20. Точно так же, как вот эти апостолы, которые описываются в 20 главе Иоанна. That's when you were born again. Вы точно так же родились свыше. And when we are saved, when we're born again. Когда мы получаем спасение, когда мы рождаемся свыше. The immediate fruit is peace. Сразу мы получаем мир. Результатом является мир. That's why Jesus said to them, "Peace be unto you." Поэтому Иисус и говорил им: "Мир вам." And then he breathed on them the Holy Spirit. Он сказал: "Мир вам", и потом дунул Духа Святого. When the Holy Spirit comes into us in salvation. Надул их Духом Святым, образно говоря. И когда Дух Святой приходит к нам в момент спасения, we receive peace. Мы принимаем и получаем мир. Peace with ourselves. Мир внутри нас, он наполняет нас. Peace with God. Мы обретаем мир с самими собой, мир с Богом. Peace with life. Мы обретаем мир с жизнью. Actually, peace is the greatest fruit of salvation. Мир является величайшим результатом или плодом спасения. And peace is good. И мир добр, мир хорош. But we need more than peace. Но нам нужно кое-что еще помимо мира. To live life, we need power. Для того, чтобы жить здесь на земле, нам с тобой нужна сила. To live life, we need victory. Для того, чтобы жить здесь, одерживая победы, нам нужна сила. I grew up in a denomination. Я вырос в такой деноминационной церкви, where everybody was saved, в которой все были спасены. Everybody had peace, у каждого был мир. But nobody had power. Но ни у кого не было силы. We were powerless Christians. Мы были христианами без силы. We were peaceful, powerless Christians. Мы были мирными христианами, у которых был мир, но силы не было. We didn't know how to resist anything. Мы не знали, как чему-то противостоять. We didn't have the power over our mind. У нас не было силы в разуме. We didn't have power over the devil. У нас не было власти над дьяволом. We had peace. Был мир. But we didn't have power. Но не было силы. So we were very defeated in our lives. И мы постоянно переживали или испытывали поражение. So it's good that we have peace. Хорошо, что у нас был мир. But we also need power. Но нужна и сила. So several days later, и через несколько дней, when Jesus was on the Mount of Olives, getting ready to ascend into heaven, когда Иисус был на Елеонской горе и когда Иисус готовился к вознесению, the Bible tells us, в Библии написано, in Luke chapter 24. В Луки 24 главе. Now turn to Luke 24. Откройте Луки 24, пожалуйста. I want you to see this in Luke 24. Пожалуйста, откройте Луки 24. I want you to see this with your own eyes. Пожалуйста, своими глазами откройте. Luke 24. Луки 24. Verse 49. 49 стих. The Bible says Jesus gathered together his disciples and those that were with them. Библия говорит, что Иисус собрал учеников и всех, кто был с ними. And he said, и сказал, behold, I'm sending the promise of my Father. Я пошлю вам исполнение обетования Отца. I want you to go to the city of Jerusalem. Идите в Иерусалим. And wait for the promise of the Father. И ожидайте, пока не исполнится обетование. Which you're going to receive not many days from now. И вскоре, через несколько дней, вы получите. And you will be endued with power from on high. И вы облечетесь силою свыше. Do you see it? Видите? Now remember, they had already been saved. Вы же помните, они уже спасены. In the church I grew up in, we thought that's all you would ever receive. И вот в той церкви, в которой я рос, что мы всегда думали, что получить от Бога можно только спасение. But Jesus was basically saying to the disciples. Но Иисус здесь ученикам говорит. This is not everything. Вообще спасение это еще не все. It's great you're saved. It's great you have peace. Замечательно, что вы спасены. Хорошо, что у вас есть мир. But I'm not going to leave you just with peace. Но я не оставлю вас только с миром на руках. I'm going to give you power. Я дам вам силу. And the power's coming. И сила, которая придет.
вперед. It is a subsequent experience after salvation. Это последующее переживание после спасения. Ты должен пережить получение силы. You could say it's a second work of grace. Это второе действие благодати. And they obeyed Jesus. И они были послушны Иисусу. They heard him. Они выслушали его. They went to Jerusalem. Пошли в Иерусалим. They went into the upper room. Пошли в горницу. Which was right in the center of Jerusalem. А горница, или это дом, в котором была горница, в самом центре Иерусалима. Actually, 120 of them gathered into that room. 120 человек, они все набились в одну комнату. And they waited. И ждали. And they prayed. Молились. Waiting for the promise of the Father. Ждали исполнения обетования Отца. They didn't understand what it was. Они не до конца понимали, что они ждут. What it would look like, what it would feel like. Как это будет выглядеть, как они себя будут чувствовать. All they knew. Но они знали. Is when it came. Что когда обетование исполнится. It would clothe them with supernatural power. Они облекутся сверхъестественной силой. That's all they knew. Они знали только это. So they went to Jerusalem, they waited. Они пошли в Иерусалим и стали ждать. Now turn to Acts chapter 2. Теперь Деяния, вторая глава. And in Acts chapter 2, Деяния, вторая глава. We find out what happened. Описывается то, что произошло. And in Acts chapter 2, Деяния, вторая глава. Well, let's begin in verse 1. Давайте chapter 1. С первой главы лучше. Verse 4 to 8. Первая глава Деяний, 4 стиха. It summarizes again Jesus' last words on the Mount of Olives. По восьмой. Здесь снова подводится итог, описывается, как Иисус был на Елеонской горе, что Он им сказал. Acts 1:4. Деяния 1:4. And being assembled together with them. И собрав их. He commanded them that they should not depart from Jerusalem. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима. But wait for the promise of the Father. Но ждите обещанного от Отца. Which he said you've heard of о me. О чем вы слышали от меня. Then in verse 5. Пятый стих. He tells us what is the promise. Он описывает обетование Отца. For John baptized with water, ибо Иоанн крестил водою. But you will be baptized with the Holy Spirit. А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. He's talking about a second work of the Spirit. Он говорит о втором действии Духа Святого. Which they have not received yet. Они еще не испытали второго действия. They've received salvation. Они уже приняли спасение. They've received peace. Они получили мир. But they do not have the baptism in the Holy Spirit. Но еще It's still coming. Они не пережили крещение Духом Святым. Им нужно было дождаться крещения Духом Святым. And then in verse 8, Jesus describes the baptism in the Holy Spirit. Иисус описывает крещение Духом Святым. Or what they're going to receive. Он описывает то, что им надобно получить. And you will receive power. Но вы примете силу. After the Holy Spirit has come upon you. Когда сойдет на вас Дух Святой. And you'll be witnesses unto me. И будете мне свидетелями. Both in Jerusalem, Judea, Samaria, and under the uttermost parts of the earth. В Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Finally, when the day of Pentecost came. И вот когда наконец наступил день Пятидесятницы. We are told in Acts chapter 2, verse 1. В Деяниях 2 главе с 1 стиха говорится. And when the day of Pentecost was fully come. При наступлении дня Пятидесятницы. They were all with one accord in one place. Все они были единодушно вместе. I want to say for them to receive what God had for them. И для того, чтобы им получить то, что Бог хотел им дать. They had to be where God said to be. Им нужно было прийти туда, куда Бог сказал идти. They had to do what Jesus said to do. Им нужно было делать то, что Иисус сказал делать. If they weren't in the upper room. Не пойдя они в горницу. They would not have received. Они бы не приняли и не получили. We have to do what Jesus says. Мы с вами должны исполнять то, что говорит Иисус. And because they were obedient, и так как они были послушны, they were in the right place at the right time. Они попали в правильное место в правильное время. They were in one accord. Они были единодушны. And by the way, when the Bible says one accord, они были единодушны. It means their hearts were all beating the same way. They were symphonizing together. То есть у них сердца бились одновременно. Они были в единстве. And verse 2 says, второй стих. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. And it filled all the house where they were sitting. И наполнил весь дом, где они находились. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. And it sat upon each of them. И почили по одному на каждом из них. And they were all filled with the Holy Ghost. И исполнились все Духа Святого. And began to speak in other tongues. И начали говорить на иных языках. As the Spirit gave them utterance. Дух давал провещевать. This is what Jesus was talking about. Вот о чем говорил Иисус. When he said you need power. Когда он сказал вам нужна сила. I'm going to send the promise of the Father. Я пришлю исполнение обетования Отца. You already have salvation. Вы уже приняли спасение. But now you need power. Но теперь вам нужна сила. And power is coming. И сила придет. Pentecost was a very important day on the Jewish calendar. Вообще для евреев в их календаре праздник Пятидесятницы был очень важен. In the Old Testament, во времена Ветхого Завета, it was exactly the day when Moses received the law. Это как раз был тот самый день, когда Моисей получил закон. And for all of time, Jews have celebrated Pentecost as the day the law was given. И на протяжении своей истории евреи праздновали этот день как тот день, когда был дарован закон. It was a law that represented death and bondage. И закон был олицетворением
цепей, оков. But when God poured out His Spirit, а вот Бог излил своего духа. God gave it exactly on that same day when the law previously had been given. Тот самый день, в который ранее был дарован закон. And the giving of the Spirit represented freedom and life. А пришествие Духа Святого олицетворяет свободу и жизнь. What would be the chances? Вот каковы шансы были? That Pentecost would just happen to occur on that day. Того, что Пятидесятница выпадет как раз на этот день. There's no chance. Вообще, ну, случайности такой быть не может. God operates according to a calendar. Бог всегда все делает в соответствии со своим календарем. He doesn't do anything by accident. У Бога не бывает случайностей. He fulfills prophecy according to his prophetic calendar. Бог исполняет пророчества точно так же, как он их давал. He works in our life. Бог в нашей жизни. According to his schedule. В соответствии со своим расписанием. У Бога все стратегически рассчитано. У Бога есть стратегия действий. И я хочу тебе сказать, что и в твоей жизни Бог действует в соответствии с Его расписанием. Бог не будет делать чего-то слишком рано, и Он также не опоздает. Бог всегда все делает вовремя. Скажи аминь. That's so helpful to know. Так полезно это знать. But on this day, итак, в этот день, it was also called the day of first fruits. Этот день также называли праздником первых плодов или урожая, Пятидесятница. That was the day of first fruits. Этот день или праздник первых плодов, урожая. A day when people brought the harvest of first fruits to God. В этот день люди приносили первые плоды Богу. And it was the day that God made a promise. И Бог пообещал. That there is going to be a big harvest in your future. Что в будущем будет огромный урожай. And on the day of Pentecost, вот in Acts chapter 2, в день Пятидесятницы, в Деяниях 2 главе, it was really a day of first fruits. Описывается день первых плодов. Because 3,000 people were harvested immediately. Потому что в один день был собран урожай, который состоял из 3,000 душ. And those 3,000 people that got saved, и вот эти 3,000 человек, которые получили спасение, they were God's prophetic promise. Они были обетованием. That an age of harvest had suddenly begun. Бог этим предрек, что начинается время сбора урожая, великого урожая. And today we're living in the end of that age, and more people are being reaped for Jesus than ever before in the history of man. А мы с тобой живем в конце сбора урожая, и сегодня к Иисусу приходит больше людей, чем за всю историю. We are really living in a Pentecostal time. Мы с тобой живем во время настоящей Пятидесятницы. Which is a time of power. Это время силы. It's a time of harvest. Это время сбора урожая. And we're living in the end of that age. Мы с тобой живем в конце этого времени. But look at Acts 2, verse 2. Деяние 2:2. It says suddenly. Написано внезапно. That word suddenly means unexpectedly. It took them completely by surprise. Никто не ожидал их. Это застигло врасплох. There was the sound of a mighty wind. Вдруг сделался шум с неба. This word sound. Слово шум. Is the same word we used in Luke 21:25. Это то же самое слово, которое использовано в Луки 21:25. To describe the roaring of the sea. Где описывается рев морских волн. I don't know if you've ever been to the sea in the middle of a storm. Вы когда-нибудь бывали рядом с морем, когда шторм? When Paul was a little boy. Когда Павел был маленьким мальчиком. Little boy. Маленьким. Denise and I were traveling and preaching. Мы с Денис ездили по разным церквям проповедовать. And when we were on the west coast of the United States, we would go to the coast. И когда мы бывали на западном побережье США, мы ходили на берег. And one time we were there, и однажды мы были на берегу. During the middle of a storm. Был шторм. The waves were huge. Волны накатывали. Crashing against the rocks. Они были огромными, разбивались. The wind was blowing. О берег, о камни, and ветер, we literally could not talk to each other. И мы не могли расслышать друг друга. It didn't matter how loud we screamed. Мы старались кричать, докричаться. The sound of those waves. Но вот шум от этих разбивающихся волн. Was louder than we could physically speak. Был громче наших голосов. That is exactly the word that is Вот какое слово использовано в этом стихе. So when this sound came, итак, когда пришел этот шум, когда он раздался, it does not say that it was the wind. Там не написано, что ветер. It says it was the sound of a wind. Точно ветер. А как бы от ветра? It was loud, like a rushing mighty wind. Очень громко, как от бури, от несущегося ветра. And this is very important. Это очень важно. Because it tells us that when Pentecost comes to a person or to a church or to a people. Потому что это говорит о том, что когда Пятидесятница приходит в жизнь какого-то человека, в жизнь какой-то церкви, it's usually very loud. Она происходит громко.
The Holy Spirit is not worried about being formal. Духа Святого не волнуют рамки приличия. He doesn't usually come quietly. Он не приходит тихонечко. That's why when the Spirit moves, когда Дух Святой действует, often people shout. Очень часто люди кричат. There's noise. Какой-то шум наступает. Pentecost is loud. Пятидесятница дело громкое. And it's been loud for 2,000 years. И она громкой является уже 2000 лет. The Holy Spirit comes. He comes with noise. He comes with power. He comes with demonstration. Когда Дух Святой приходит, он приходит с силой. Он приходит с громкими вещами. Он приходит, чтобы что-то показать. And the Bible says it filled the whole house. И в Библии написано, что этот шум наполнил весь дом. It means every nook, every corner, every part of the whole house. They could not escape this noise. Каждый уголок дома был наполнен шумом. Они не могли никуда деться от этого шума. There's nowhere in that house they could get away from. Нельзя было нигде спрятаться в этом доме от этого шума. And the Bible says all of them were filled with the Holy Spirit. И в Библии написано, что все получили крещение Духом, исполнились Духом Святого. Не некоторые. Not this one or that one. Не только вот этот выбор. Нет, все получили. Все. Everybody say all. Скажи все. This was the will of God. Такова была Божья воля. For all of them. Для всех. There were apostles in that room. Там были апостолы. There were common believers in that room. Там были просто верующие. It didn't matter what was their status. Неважно, какое у них было положение. All of them. Все, все, все. Were filled with the Holy Spirit. Получили крещение Духом Святым. And as a result, и в результате, the Bible says they began speaking in tongues. Они начали говорить на языках. This was the immediate result of them being filled with the Holy Spirit. Сразу же подтвердилось крещение Духом Святым тем, что они начали говорить на языках. And the Bible says they spoke in tongues as the Spirit gave them utterance. И в Библии написано, что они начали говорить на языках, как Дух давал им провещевать. They had to do the speaking. Им нужно было самим открывать рот. But the Holy Spirit was giving them the supernatural. Святой давал им то, что говорить. Mouths, они открывали рот, the Holy Spirit would enable them to speak. И Дух Святой давал способность говорить. Now, there are other examples of this in the book of Acts. И в книге Деяний есть другие примеры. In fact, from the beginning of Acts to the end of Acts, от самого начала до самого конца книга Деяний, this is God's pattern. Содержит много примеров, подтверждающих, что таков образец Божьих действий. People are saved. Сначала люди получают спасение. Then subsequently they are filled with the Holy Spirit. Впоследствии они получают крещение Духом Святым. So this was not just Acts chapter 2. Итак, не только в Деяниях 2 главе описывается подобное. Write down these references. Запишите следующие ссылки. Acts chapter 8. Деяния 8 глава. The Samaritans were saved. Там описывается, как самаритяне получили then, subsequently, they were спасение и впоследствии крещение Духом Святым. Acts chapter 9. Деяния 9 глава. The Apostle Paul is saved. Павел получает спасение. Then, subsequently, he is filled with the Holy впоследствии крещение Духом Святым. Acts chapter 10. Деяния 10 глава. The house of Cornelius is saved. Семья Корнилия получает спасение. Then subsequently they are filled with the Holy Spirit. И впоследствии крещение Духом Святым. Acts chapter 19. 19 глава Деяний. Men that Paul met are saved. Те, с кем встретился Павел, сначала получили спасение. Then they are filled with the Holy Spirit. Потом крещение Духом Святым. Now there are some people who say. И некоторые люди говорят. Well, this speaking in tongues. Вот это говорение на языках. It happened in the very first years of the church. Да, в первые года жизни церкви такое было. But Acts chapter 19. Но 19 глава Деяний. Is 24 years after Pentecost. Описывает события, которые произошли через 24 года после дня Пятидесятницы. 24 years later. Прошло 24 года. God is still saving people. А Бог по-прежнему спасал. Subsequently filling them with the Holy Spirit. Впоследствии наполнял или крестил Духом Святым. The result is still speaking in tongues. В результате всегда начинали говорить на языках. Nothing has changed in 24 years. За 24 года ничего не изменилось. That is the pattern. Вот образец. Salvation. Сначала спасение. Infilling with the Holy Spirit. Наполнение Духом Святым. And speaking in tongues. И потом говорение на языках. That's the pattern. Вот образчик или образец. This is the way that God works. Вот так действует Господь. In each case, и в каждом случае, we always find them saved and subsequently filled with the Spirit. Всегда мы читаем, что сначала получают спасение, и после получения спасения впоследствии крещение Духом Святым. Don't misunderstand me. Вы должны меня правильно понять. All that is required for heaven. Для того, чтобы пойти на небо, is the first act of grace. Надо пережить только первое действие благодати. Скажи аминь. People in denominational churches that don't have this second experience. Есть люди в таких деноминационных церквях, в которых нет действия второго благодати. Они не переживают второго действия благодати. They are not less than us. Они не хуже нас.
They're not second class. Они не второсортные верующие. They're going to heaven just like us. Они получили спасение, они точно так же, как мы, пойдут They're на небо. They're washed in the blood just like us. Они точно так же, как мы, омыты кровью. They have peace. У них мир. But they don't have the second experience. Но они не пережили второго действия Духа Святого. Which equips them for life. А вот второе действие Духа Святого позволяет тебе получить все необходимое для жизни здесь на земле. Salvation gets them ready for heaven. Благодаря спасению мы готовимся к небесам. But power. Но вот сила. Gets you ready for living right now. Сила, которая приходит в результате второго действия, она нужна тебе, чтобы жить сейчас и здесь. Let's be honest. Будем честны. When we get to heaven, когда мы попадем на небо, we're not going to have to take authority over our flesh. Там на небе нам не придется смирять свою плоть. We're not going to have to have power over our minds. Нам не придется как-то пытаться взять свой разум под контроль. There'll be no sickness, there'll be no devils. На небесах уже не будет демонов, не будет болезней. Power is for now. Сила нам нужна здесь на земле. And praise God that Jesus gave us power now. И слава Богу за то, что Иисус дарует нам силу здесь, на земле. Скажи аминь. Amen. That makes me excited. Я радуюсь. He equipped us for everything. Он снаряжает нас для всего здесь. If you want power, если тебе нужна сила, then you have to receive the second experience just like the apostles. Тебе нужно пережить второе действие благодати Божией точно так же, как апостолы его пережили. And this subsequent experience of power, и вот эта сила, которая приходит после принятия спасения, it belongs to everybody that's saved if they'll receive it. Она может прийти в жизнь любого верующего после того, как он получил спасение. Главное принять. It gives power over sin. Придет сила над грехом. Power over the flesh. Придет сила над плотью. Power over the mind. Сила над разумом. Power and authority over the devil and devils. Контролировать разум ты сможешь, управлять разумом ты сможешь, побеждать демонов и дьявола. And when you receive it, и когда ты получаешь силу, as we have seen in every example in the book of Acts, мы разобрали множество примеров в книге Деяний. You begin to speak in tongues. Ты начинаешь говорить на языках. Now some people say, некоторые говорят, well, do you have to speak in tongues? Обязательно ли говорить на этих языках? Well, you don't have to be healed. Ты, конечно, не обязан получать спасение. But you can be healed. Но можешь получить спасение. If you want to be sick, you can stay sick. Хочешь быть больным, будь больным. But if you want to be healed, you can be healed. Но хочешь получить исцеление, можешь получить. How many of you would rather be healed? Кому больше нравится быть здоровым, чем больным? Of course, you'd rather be healed. Лучше быть здоровым. You can speak in tongues. Ты можешь говорить на языках. If you choose to open your mouth and cooperate. Если решишь открыть свой рот и начать сотрудничать с Духом Святым. If you choose, you can choose not to. Ты можешь выбрать не говорить на языках. But why would you refuse this? А зачем отказываться? And some people say, и некоторые говорят, well, maybe it's not for everybody. Но, наверное, вот это говорение на языках не для каждого. Because in 1 Corinthians chapter 12, verse 30 and 31, потому что в 1 Коринфянам 12, 31, 32, Paul says, do all speak in tongues? Павел говорит, все ли говорят на языках? That's a misunderstanding of that verse. Вообще неправильное понимание этого стиха. In the book of Acts, в книге Деяний, every single person, without exception, все, абсолютно все, без всяких исключений, speaks in tongues. Все начинали говорить на языках. When they are filled with the Holy Spirit. Когда получали крещение Духом Святым. I am not going to stand here and lie to you. Я не хочу вам врать. I have to tell you the truth. Я должен говорить правду. This comes with being filled with the Holy Spirit. Когда ты исполняешься Духа Святого и получаешь крещение Духом Святым, ты начинаешь говорить на языках. You may be afraid of it. Может быть, ты этого боишься. Get over your fear. It's glorious. Победи свой страх, потому что молитва на языках — дело славное. And I want you to write down these two dates. Запиши, пожалуйста. On June 17th and June 24th. Две даты. 17 июня и 24 июня. I'm going to spend two Sundays talking about praying in tongues. Я два воскресенья буду about talking in tongues, speaking in tongues. Я буду два воскресенья подряд учить и говорить о молитве на языках и о говорении на языках. And I do not want you to miss it. Не пропустите, пожалуйста. Those of you that are new. И те, кто к нам начали ходить недавно, новенькие, так сказать. This is important. Для вас важно услышать эти проповеди. For those of you that are mature. А если вы уже зрелые верующие. This is very important. Для вас это также очень важно. Want us to be here to support each other. Обязательно давайте придем на эти служения, поддержим друг друга. Hear what the Bible says. Услышим, что в Библии написано. And really be strengthened in our belief. Давайте сделаем все для того, чтобы наша вера стала еще крепче. But I want to ask. И хочу спросить. How many of you can remember when you were filled with the Holy Spirit? Кто из вас помнит тот момент, когда вы получили крещение Святым Духом? Can you remember? Помните крещение? Did you receive power? Пришла сила? Did it change you? Вы изменились? Did you speak in tongues? Вы начали говорить на языках? If you're here and you have never received that experience, и если вы сегодня в этом зале, но вы еще не испытали крещение Духом, I want to show you some statistics. Я хочу привести данные статистики, which will show you how common it is that God operates this way with people even today. Которые подтверждают, что вообще крещение Духом Святым, вот такие церкви, как наша, это вообще дело обычное.
But first, но сначала, turn to Acts chapter 2:17. Откройте Деяния 2:17. And I want you to see the prophecy. Хочу, чтобы мы увидели пророчество. Which Peter speaks from the book of Joel about the outpouring of the Holy Spirit. Здесь Петр повторяет пророчество, которое содержится в книге Иоиля. Это пророчество говорит о излиянии Святого Духа. These are the words that Peter spoke on the first day of Pentecost. Вот что сказал Петр в первый день Пятидесятницы. Verse 17. 17 стих. And it will come to pass in the last days, says God. И будет в последние дни, говорит Бог. I will pour out my spirit upon all flesh. Излию от духа моего на всякую плоть. Notice he says all flesh. Всякую плоть. Everybody say all flesh. Скажи всякая плоть. Your sons and your daughters will prophesy. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Your young men will see visions, your old men will see dreams. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. And on my servants and on my handmaids will I pour out of my spirit in those days, and they will prophesy. И на рабов моих и на рабынь моих в те дни излию от духа моего и будут пророчествовать. But notice back in verse 17. В 17 стихе обратите внимание. It says in the last days. В последние дни написано. The day of Pentecost. День Пятидесятницы. Was the birth of the church. Стал тем днем, когда родилась церковь. And it actually was the very second. Именно в эту секунду. That the last days began. Начались последние дни. It was the trigger that launched the last days. Вот спусковой крючок был нажат в день Пятидесятницы. Now how long will the last days last? А как долго будут длиться последние дни? And how long will God be supernaturally pouring out His Spirit? Насколько долго Бог будет сверхъестественным образом изливать своего духа? The answer is verse 19 and 20. Ответ в 19 и 20 стихах. And I will show wonders in the heaven above. И покажу чудеса на небе вверху. Signs in the earth beneath. Знамения на земле внизу. Blood and fire and vapor of smoke. И кровь и огонь и курение дыма. The sun will be turned to darkness. Солнце превратится во тьму. The moon to blood before the great and notable day of the Lord. И луна в кровь прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. When are those events going to take place? А когда все это будет происходить? Right before the Lord comes. Перед самым приходом Господа. And so the outpouring of the Spirit. Излияние духа. Began in Pentecost. Началось в день Пятидесятницы. And it will continue right until the great notable day of the coming of the Lord. И будет продолжаться до дня Господня, дня великого и страшного. And verse 21 says. И 21 стих. During that entire period of the last days. Говорит, что на протяжении последних дней, вот на протяжении, вот так будет. That whosoever will call upon the name of the Lord shall be saved. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. We are a part of that harvest. Мы с тобой являемся частью этого урожая. Скажи аминь. Now let me ask you. Хочу спросить. Do you know how many Christians there are in the world today? А вы знаете, сколько в мире сегодня живет христиан? People who claim the Christian faith. Вот тех, кто себя считают христианами, провозглашают христианство. Я вам скажу. Write this down. Запишите. 2.3 billion people. 2,3 миллиарда. Claim to be Christians. Заявляют, что они христиане. That's a lot of people. Много людей. How many of you would agree that's a lot of people? Вы согласны, что 2,3 миллиарда это много? When you think that Jesus began with 12. Если подумать о том, что когда Иисус начинал христианство, их было всего 12. When you think that in the upper room there was 120. В горнице их было всего 120. That day 3,000 got saved. И в один день потом 3,000 спаслось. God said, "This is first fruits." Бог сказал, вот это первый плод. Now you've entered an age of harvest. Вы вступаете в период сбора урожая. And now in 2018. И в 2018 году. There's 2.3 billion people who say they call Jesus. На сегодняшний день на земле 2,3 миллиарда людей, которые называют Иисуса Господом. We are truly living in harvest. Мы с вами видим, как этот урожай собираем. But here's my next question. И вот следующий вопрос. Of the 2.3 billion Christians. Вот из этих 2,3 миллиардов христиан. How many of them are Pentecostals and charismatic? Сколько пятидесятников и харизматов в процентах? Вот сколько? We're talking about people that have had a Pentecostal experience. Вот таких как мы, которые пережили пятидесятницу. People that have been filled with the Spirit and people who speak in tongues. Получили крещение Духом Святым и говорят на языках. Of 2.3 billion Christians. Из 2,3 миллиардов христиан. How many of them have received this second experience like we have? Сколько христиан перешли второе действие благодати? Вот так, сколько таких как мы, подобных нам? Сколько? Let's сколько? Look on the screen. Посмотрим, смотрите, на экран. 682 миллиона 731 миллион. 682 миллиона 731 тысяча таких как мы в мире.
That's how many people in the world today claim to speak in tongues. Вот столько людей сегодня живет на земле и молится на языках. This is a brand new statistic. Это абсолютно новые данные статистические. Provided by one of the finest universities in the world. Один из лучших университетов в мире предоставил эти данные. Who studies the Christian movement? Есть люди, которые занимаются изучением христианства. Just a little less than 700 million people speak in tongues. Еще чуть-чуть и 700 миллионов крещенных духом на земле будет. Now that's encouraging to me. Меня это ободряет. Because it means we are not strange, and we are not the minority. Потому что это говорит нам о том, что мы с вами не какое-то странное меньшинство. Скажи аминь. In the entire Protestant movement worldwide. Вообще, если посмотреть на всех протестантов в мире, there are 800 million. Таких 800 миллионов. Think about that. Подумайте об этом. Out of 800 million, из 800 миллионов, almost 690 million of them have had an experience with the Holy Spirit. Из 800 миллионов, 682 миллиона и 731 тысяча. I mean, that is mind-boggling to me. Пережили крещение Духом Святым. Вообще мой разум взрывается, как нас много. Here's what it means. И вот что это значит. Let's look at the next file. Давайте следующий, пожалуйста. Out of this massive number, вот из этой большой цифры, one out of every 3.5 Christians have experienced the infilling of the Holy Spirit. Один из 3.5 христиан, вообще всех христиан на земле, пережил сверхъестественную встречу со Святым Духом. That means as you travel the world and meet other Christians, то есть ты, когда ездишь по миру, встречаешься с другими христианами, it is likely that one out of every 3.5 Christians you meet will speak in tongues. Скорее всего, один из 3.5 христиан будет молиться на языках. Isn't that amazing? Удивительно, правда? I mean, that is amazing to me. Меня это изумляет. But listen to this. Послушайте дальше. We are no longer the small minority group. Мы уже не в меньшинстве. God is literally pouring out His Spirit on all flesh around the world. Бог на самом деле изливает своего духа на всякую плоть на земле. Скажи аминь. But listen to the next statistic. Послушайте следующие данные. How many charismatics from 1970 projected through 2050? Вот согласно мировому статистическому анализу, он охватывает период времени с 1970 по 2050 год. Now let me give you another statistic that's not here. Смотрите, я вам приведу данные, которых здесь нет. At the beginning of the 20th century, в начале 20 века, there were, statistics say, статистика, 981,000 Pentecostals. Подтверждаешь, было 981 тысяча пятидесятников. Almost a million. Почти миллион. In the very beginning of the 20th century, when the Spirit was first being poured out. В начале 20 века, когда Дух Святой начинал изливаться. Write this down. Запишите. In Joel chapter 2, Иаиля, 2 глава, verse 23, 23 стих, the Bible describes the outpouring of the Holy Spirit. Там Библия описывает излияние Духа Святого. And it says the former rain, написано, что ранний дождь, which talks about the early outpouring of the Holy Spirit in the beginning of the church age. Вот раннее излияние Духа Святого, это то излияние, которое было в начале эпохи Paul, церкви. I want you to hear this. Павел, послушай. This is very important. Это очень важно, послушай. The former rain, вот ранний дождь, will be received very moderately. Он будет таким, но не очень обильным. That's what it says exactly. Написано, так написано. Then it says the latter rain. А вот поздний дождь. You're going to receive the first rain and the latter rain all at once. Одновременно в конце и ранний и поздний дождь польют. What's going to happen at the end will be exponential beyond anything of your imagination. И все, что будет происходить в конце, превзойдет самые смелые ожидания. Well, look at these figures. Смотрите на эти цифры. We began with a million Pentecostals at the first of the 20th century. В начале 20 века пятидесятников было около миллиона всего. By 1970, а к 70-му году 20 века, 62 million people had the baptism in the Holy Spirit. Уже 62 миллиона молились на языках, пятидесятники. So it grew every year, probably about 700-800,000 people. Где-то на 700-800 тысяч каждый год прирост. That's a lot of growth. Большой рост. But look what happened from 1970 to 2000. А с 70-го года по 2000-й что произошло? It radically grew. Радикальный рост. By 2000, we were 260 million. К 2000 году у нас уже было 260 миллионов 980 тысяч. Just so you understand, that's almost the size of the entire Orthodox Church. Вот во всей православной церкви столько людей сегодня. Then by the year 2018, к 2018 году, вот к этому году, we are 680, almost 683 million. Нас почти 683 миллиона. And by the year 2050, если дело так пойдет, то к 2050-му, if Jesus doesn't come first, если Иисус раньше не придет, it is projected 1.2 billion people around the world will be filled with the Holy Spirit and speak with tongues. В мире будет 1,200,000,000 молящихся на языках в духе. From 1917 to 2050, 70-го года по 2050-й,
It is more, I'm sorry, from until 2018. До 2018, простите, с 70 по 2018. It is already a growth of 1,100%. Рост составил 1,100%. That is amazing. Удивительно. God is pouring out His Spirit on all flesh. Бог изливает Духа Своего на всякую плоть. But listen to the next statistic. Дальше данные. Today in the world, сегодня в мире, there are 5,700,000 churches of all kinds. 5,700,000 разных церквей. That's a lot of churches. Много. Would we agree? Согласны, что много? That's the whole earth, that's everywhere in the world. По всей земле разных, вообще все, если собрать христианские церкви, их 5,700,000. But the professionals say, но вот специалисты говорят, that by the year 2050, что к 2050 году, there will be 9 million churches. Будет 9 миллионов церквей. 80% of this growth, и 80% роста, will be due to charismatic Pentecostal churches. Придется на пятидесятнические харизматические церкви. 80% of the church growth, 80% роста церквей всех, is happening in parts of the world where the Spirit is being poured out and there are supernatural происходит manifestations of the Holy. В тех церквях, где Дух Святой изливается и где происходят сверхъестественные вещи. Churches like us. Вот в таких церквях, как наша. They are popping up all over the planet. Вот такие церкви, как наша, как грибы растут. Which means we are a time of an end time phenomenon. Мы с тобой живем в этом времени, которое можно назвать феноменом. And we're literally living in the end of the age. Это феноменальное время. Мы с тобой в самом конце. Now I want to tell you one more thing. И еще одну вещь хочу сказать. Which concerns me. Я озабочен. Everywhere the gospel goes, если Евангелие где-то проповедуется, it produces fruit. Всегда Евангелие приносит плод. If you preach good, если ты хорошо проповедуешь, it's going to preach fruit. Всегда будет плод. If you preach the gospel weak, если ты так слабенько Евангелие проповедуешь, it will also produce fruit. Все равно будет плод. Because it's the nature of the gospel. Потому что Евангелие приносит плод. Now, when I look at these numbers, и глядя на эти цифры, it's exciting. Я радуюсь. To see that God's pouring His Spirit out on all flesh. Я вижу, что Бог изливает Духа Своего на всякую плоть. But as this takes place, но вот когда это все происходит, it's getting broader and broader and broader and broader. Все шире и шире и шире распространяется, распространяется, все шире и шире и шире. The problem is, и вот в чем проблема. In many places, it's getting shallower. Во многих местах все тоньше и тоньше, то есть глубина все меньше и меньше, все меньше и меньше. Because pastors are not teaching, потому что пасторы, the Bible, не учат Библии. And that's why the Bible says, и Библия говорит, that in the last days there will be a departure from faith. Что в последнее время многие отойдут от веры. So God's pouring out His Spirit. Бог изливает своего духа. And it's the job of pastors and faithful church members. И пасторы и люди в церкви, которые верные христиане, to put people in the Bible. Должны говорить о том, что написано в Библии, утверждаться stable, в Библии. Strong, мы должны стоять в учении, быть сильными. That we be established. Быть теми, кто пускают корни, утверждаются. So as the power comes, we don't become shallow. Чтобы когда приходит сила, мы не были с тобой людьми без глубины. And I'm going to tell you, as long as you come to this church, мы не должны быть на мели, пока ты ходишь в эту церковь. And as long as me and Denise and our team are leading this church, и пока мы с Денисом и команда ведут церковь, you're going to get the Bible when you come to this. Вы, приходя в эту церковь, будете слышать библейское учение. It is essential. Потому что оно жизненно необходимо. Especially in these latter times. Особенно вот сейчас, в последнее время. It's the foundation for our lives. Потому что это основание нашей жизни. But I think these statistics are so encouraging. И я думаю, что вот эти данные настолько ободряющие. To see everywhere, повсюду, God's pouring out His Spirit. Мы видим, как Бог изливает Своего Духа. Europe and America, и в Европе, и в Америке, is experiencing a serious decline in church attendance. В Европе и в Америке количество верующих в церквях уменьшается. Serious decline. Серьезное уменьшение. But everywhere else in the world, а в других частях света, there is this magnificent outpouring. Огромное излияние, рост. And we're part of it. И мы с тобой часть роста. We are on God's schedule. Мы с тобой действуем в соответствии с Божьим планом, расписанием. To see the power of God at the end of the age. И мы с тобой увидим Божью силу в конце времен. Скажи аминь. Are you grateful you're a part of it? Вы благодарны за то, что вы живете в такое время, что вы стали частью этого? Grateful for salvation. Благодарны за спасение. Your name is written in heaven. За то, что ваши имена написаны на небесах. You received peace. Вы приняли мир. But aren't you glad God didn't just leave you like that? А вы рады, что Бог не оставил вас просто с миром? He said, "Hey, let me give you power." Он сказал, дам тебе еще и силу. There's something else you need. Тебе еще кое-что нужно. You need to overcome sin and the devil in your flesh and your mind. Тебе нужно побеждать плоть, свой разум, дьявола, грехи. So let me give you power in addition to peace. Ты побеждал
в довесок к миру, я тебе дам еще силу. And that's the infilling of the Holy Spirit. Крещение Духом Святым. Called the baptism in the Holy Spirit. Это то, что называется крещение Духом Святым, исполнение If we have that, Духом Святым. И если ты его получил, we're happy. Ты счастлив. If you don't have that, не получил, then today is your day. Ты сегодня можешь получить. It is as easy to receive a salvation. На самом деле, крещение Духом Святым получить так же просто, как получить спасение. All you have to do is open your heart and say, Lord, I want it. Надо просто открыть сердце и сказать, Господь, я хочу. And the Lord says, here it is. И Господь скажет, на. It is that simple. Все очень просто. Comes to you by grace in a second. Потому что приходит по благодати моментально. God is waiting for you to say yes. Бог просто ждет, когда ты скажешь да. Power, и придет сила. Infilling, он наполнит тебя. Supernatural language, сверхъестественный язык потечет. And in one second you receive power. Ты моментально получишь силу. That is the promise of God to every believer throughout all the ages. Бог пообещал это для каждого верующего. Скажи аминь. Дорогая церковь, спасибо, что были с нами. Может быть, у вас есть духовный вопрос, на который вы не можете найти ответ самостоятельно. Вы можете задать его нашему пастору Рику. Или, может быть, вы хотите найти ответы о той силе, в которой ходил Иисус и его ученики. У меня есть хорошая новость для вас. У нас есть книга, подарок, абсолютно бесплатно для каждого из нас. Она называется «Святой Дух. Драгоценный дар с небес». О том, как задать вопрос нашему пастору или получить книгу, вы можете узнать на сайте igc.org. Хочу напомнить, что служения нашей церкви проходят по воскресеньям в 10, 13, 17 и в 20:00 по московскому времени на сайте IGNC. Желаю вам хорошей недели. С Господом!